По уже сложившейся доброй традиции, в первый день лета Ратушную площадь в Таллине заполнят цветы и необычные цветочные платья. Каждый год в этот день наша столица становится некой флористической меккой, собирая на таллинский бал цветов множество профессионалов и любителей искусства аранжировки цветов из разных стран мира. Главным событием праздника, как всегда, станет красочное шоу «Цветочное платье». В этом году свое творчество представят 19 команд из разных стран, в том числе из Германии, Испании, России и Украины. Каждое платье появится перед зрителями на сцене в сопровождении специально подобранной музыки и хореографии. Автором и душой этого красочного события является уже 14 лет Татьяна Тридворнова. Организаторы признаются, что хотя само цветочное платье – это сложная техника, не один час работы, но главное – индивидуальность и удивительная красота. Это высший пилотаж флористического искусства, высочайшее, потому что не каждый флорист платье может сделать. И для того, чтобы сделать, мы в свою очередь много сами изобрели техник и технологий, потому что этому научиться-то нигде нельзя. Каждое платье – шедевр, и я думаю, что мы скоро, наверное, и премию Нобелевскую получим за изобретение инноваций в флористическом искусстве, именно в технологиях. Да, действительно сложно, но не хочется же говорить о сложности, когда мы говорим о красоте. Помимо необычной программы, организаторы подготовили настоящий подарок для ценителей цветочной красоты – мастер-класс чемпиона Европы по профессиональной флористике Натальи Жижко. Впрочем, это будет интересно и для любителей. Ну а все те гости бала, не занимающиеся цветочным искусством профессионально, которые придут 1 июня в 18 часов на Ратушную площадь, смогут просто насладиться необычным и красивым зрелищем. Ведь не каждый день мы видим настоящее произведение искусства из лепестков и веток, а порой и даже из мха. Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.